Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеоурока следующая. Мышцы затылка, либо шейно-затылочной области напряжены. Итак, внимание, смотрим, как простирается меридиан по телу человека. И сразу же находим ответ, что если данный меридиан не выполняет свою функцию, либо он воспаляется, вот меридиан воспалился, энергетика пошла-пошла по меридиану и в точке, в данной точке, а именно в седьмом, первый позвонок, вот, что сосредоточилась эта сила, сосредоточилась эта энергия, вследствие чего напряжение всего, всей шейно-затылочной области или, и мышц затылка, вследствие чего, человек, что чувствует дискомфорт, у него начинает непонятное ощущение, он не знает, что делать. Конечно, многие люди пойдут к массажисту. Правильно вы сделали? Правильно вы сделали. Потому что вы массажными движениями разгоните, что энергию, которая сосредоточилась там. Но следующий вопрос. А если она опять вас посетит, эта энергия? И опять скопится там. И опять будет вас атаковать. То тут уже необходимо знать, в каком состоянии меридиан тонкого кишечника. Но так, как у вас есть точка IG7GGN, которая является точкой ЛО меридиана тонкого кишечника и которая лечит все болезненности, боли и дисбаланс в данном меридиане, о котором идет речь, то через эту точку вы можете что и убрать, что ту энергию, которая приводит к воспалениям мышц шейных мышц, либо напряжение шеи мышц, либо напряжение шейно-затылочной области. Через данную точку IG7GGN вы можете что убрать. Но что нужно массажировать? Массажными простыми движениями работать с данной точкой, которая ответит вам чем? Взаимности. Просто при условии, если вы будете с ней заниматься. Спасибо за внимание.